прореваю аппарат. Вот остановился специально еще раз. То скажут, в песочнице тут игрался, показываешь херню какую-то. Туда уже до той не пойду, глыбы, мужики. Сейчас выкину его сюда. Вот заяц побежал, смотрите. Эх, пошел, красавчик. Сходил, мужики, в общем, за рулеткой и за деревяхой такой. Потому что знаю этих хейтеров, обязательно не поверят. Не поверят тому, что им будут говорить и рассказывать. Вот ложу на землю. Так, мужики, ну, сделал проход один. Говорят, уже пора косить. Массу набрала. Мульчер работает на ура, аж бегом. Вот один проход сделал в ту сторону. Теперь иду в обратную сторону. И колеса. Сыро, все равно там сыро. А ну, масса густая. Влаги там полным-полно. Плюс еще от мульчи, от этой влага. Вот колеса. Протектор забился, все, трактор уже толком и не едет. До конца не ставил цепи, чтобы понад землей били. Достаточно. Поменял колеса прямо здесь на огороде. Вот. Сейчас отлично все проходит. Зазоров хватает. После того, как поменял мост, что вот под крылом хватает, что здесь. В общем, отлично. Просто, мужики, отлично. Добил еще роторной косилкой, потому что высоко оставлял, сантиметров 10. Прошелся роторкой. Сейчас вот так вот все это дело в кашу, вообще в кашу. Короче, у нас еще дождь пошел. Все не слава богу. Еще огород попроси спахать один там мотоблок. Короче, не знаю. По-моему, огород сегодня пролетает. Вот такая штука. Не знаю, сейчас если... Да вроде там вот распогаживается, так не знаю. Так и набежная туча какая-то. Так, мужики, ну... Сейчас получше дело пошло. Повеселее, так сказать. Даже двигатель в полгаза работает. Снимать что-то не хочется, вообще капец. Солнце вышло. Вот. Перенастроил навеску. Чуть-чуть перенастроил. И все, сразу стало работать. Даже опорное колесо сейчас не достает, а копает. Ну, порядка где-то, я не знаю, вот от среднего до большого пальца сколько там на рулетку приложить. У меня каждая 4,5, ну, сантиметров 18, где-то около 20. Это даже не достает до опорного. Ему хватает самому зарыться и копать 18-20. И стало лучше закидывать вот эту всю мульчу. То есть она плывет сейчас в одном таком режиме 18 до 20, где полегче. Где не такие здоровые глыбы выворачивает, мужики. Ну, чтоб видно было, да? Я не знаю. Вот они такие. На фоне зимы, конечно, этого не видно. Но это такая приличная глыба. Вот, их очень много. До этого на опорнике работала вот здесь. И не то пальто. А сейчас вроде и по мульче идет, тянет. Двигателю чуть полегче. И получается и глубже. Вот такие вот дела. Может еще, пока буду пахать, может еще поднастрою. Трактор, конечно, крен у него
здоровый такой, постоянно сердиший на эту сторону, потому что буксит в основном это колесо, его, кстати, и не видно, да? Колеса, земля, мульча, а оно там есть. Вот заяц побежал, смотрите. Эх, пошел, красавчик. Вон оттуда. Да, и забыл сказать, передок чуть догрузил, потому что его приподнимало. А сейчас вот он догруженный, отлично. Тут килограмм, не знаю, ну, около 30, может, 35. Так, ну, медленно, но уверенно движемся вперед. Картофан там выпахивается, нет-нет. Во, смотрите. Вот здесь буксил. Вот тут буксил. Ну, здесь зеленки много. Вот здесь буксил. Чуть дальше. В общем, вот на этом участке я понял всю прелесть, мужики, раздельных тормозов. Вот то колесо, которое идет там в борозде, оно никогда не буксит. Можете позамечать, да, и у себя, и у других. Буксит всегда наружное, потому что здесь сыпучее, а в моем случае еще и вот эта зеленка. Вот. И педаль находится как раз вот с этой стороны. Там газ, здесь тормоз. Притормаживаю его, подключается то, которое в борозде, и спокойненько выходит и пошел дальше. Все, никаких проблем. Вот это вот вещь в данном случае в моем очень даже нужная и необходимая. Он, кстати, плух сейчас приехал, даже вот и не чистил еще. Да его по большому счету тут пока и чистить нечего. Вот тут оно, конечно, да, собирается. Ну, не сильно. Из-за вот этого лемеха выступающего. Вот, как-то так. Нормально. Уже более-менее работает нормально. Так, ну вот сейчас специально в букс колесо пущу. Навеской додавлю. Так, чтобы оно начало буксить. А потом нажму на тормоза. Приторможу его. И он спокойно поедет сам. То есть подключится второе колесо, которое в борозде. Сделаю несколько раз. Ну так, чтобы уже убедиться, что это все дело не просто так. Специально остановился вот здесь, вот в колее, в борозде стоит. Глыбы выворачивает, мужики, капец. Не знаю, камера, конечно, это все дело, может, не передает на черном, да, на темном. Ну, я не знаю. Это такие вот глыбы, как у некоторых там показывают, земля как пух. Не знаю, у меня нифига не пух.
Вот такие вот дела. Ну, выворачивает, никаких проблем. О, какая глубина. Двадцаточка. Балка отрабатывает четко. Вообще четко. Видос не хочу снимать, бегать со штативом. Это уже показывал, рассказывал. Вот, кому интересно, вот здесь вот ссылочка вверху. Закреплю прошлогодний видос. Как он работает. Правда, там 17 лошадей, здесь 7. Не такая уж и большая скорость. А принцип тот же самый, мужики. Тот же самый. Задача — перевернуть пласт. Неважно как. Главное, не лопатой. Можно наднять трактор. Ну, у нас он будет наниматься. Люди будут нанимать только через месяц. Вот, у меня уже тогда выше парников была бы, наверное, горчица. Поэтому запахиваю сейчас. Мне это нравится. Мне нравится работать на земле, в огороде. Вот своей техникой. Как-то так. Ну, глыбы, конечно, капец. Сходил, мужики, в общем, за рулеткой и за деревяхой такой. Потому что знаю я этих хейтеров. Обязательно не поверят. Не поверят тому, что им будут говорить и рассказывать. Вот, ложу на землю. По нижнему краю. Двадцаточка примерно. Примерно. Вот. До срезанного края. Вот так вот ложу. Где-то примерно 19. Потому что, ну, не везде она, этот самый. Хорошо, потому что глыбы очень здоровые, мужики. Очень здоровые. 21. Ну, в среднем двадцатка. В среднем двадцатка. Не пойду я туда. Я уже наездился. Наездился столько, что даже ходить не хочется. В одну сторону.